Всем привет, друзья! С вами Константин Теренин. Продемонстрирую вам, как работает рассыльщик по скайпу в компании HiMillion. Вот перешел в меню Skype. Вот здесь меню, где я должен ставить свое сообщение. Вот вставляю свое сообщение. Сейчас я рекламирую. В HiMillion будет презентация сегодня. Вот, и вставляю здесь кредиты. Ну, давайте для проверки поставим 2000 кредитов. 2000 кредитов это на 10 тысяч человек рассылки. Да, вот нажимаю вот здесь кнопку. И сейчас вы сами все увидите. Вот мотаю вниз, вот, пожалуйста, 10 тысяч у меня рассылка. Вот. На данный момент 14 часов 58 минут. Сейчас я вам покажу, насколько быстро это все рассылается. Так, вот здесь мы перематываем опять вверх. Нажимаем меню Skype. И проверяем. Уже разослано почти 4000 сообщений. Смотрите дальше. Уже еще разослано количество сообщений. Уже 5000. Уже 6000 сообщений разослано. Уже 8000. Больше 8000. Еще, да. И осталось совсем немножко, друзья, чтобы было здесь 0. Все, почти 0 уже. 87 и 0. Прошло меньше 1 минуты. И наши сообщения посыпались нам градом. От других людей. Видите? Ильнас Назипов мне прислал о том, что сегодня будет конференция. Потом, пожалуйста, Валентина Ковязина нам прислала о том, что будет конференция. Понимаете, в чем дело? Вот, пожалуйста. Валентина. Но это уже другое. То есть и все, и они пошли, данные сообщения уже от людей, которые находятся в скайпах, у которых подключена программа, и она постоянно находится в режиме ожидания. Как только появляется сообщение на рассылку, оно мгновенно же рассылается людьми. Вот еще его, видимо, другой скайп прислал. Вот Валентина нам прислала тоже. То есть смысл в том, что наши 10 тысяч, они уже сейчас расходуются за одну минуту. За одну минуту, друзья, потому что уже больше 1000 программ подключено к HiMillion, и они все в режиме ожидания. И у каждого из них 300, 500, 200, 100, 700 и так далее контактов. Но в общей сложности ваши 10 тысяч это просто капля в море. Это онлайн оповещение людей. То есть вот я только дал, и сразу же мне пошли сообщения от людей, то есть они разослали. Это ежесекундное оповещение на огромное количество человек. Друзья, это просто бомбовая вещь. Рекламодатели просто, я могу сказать, успехи моего друга, да, вот я зайду сейчас в его аккаунт. Он заказал рассылку просто по HiMillion через HiMillion. Прошло трое суток, друзья, он потратил $30 на это. Он потратил $30 на это, и у него уже в первой линии, друзья, в первой линии 62 человека. 62 человека, потому что он разослал на, по-моему, ну где-то тысяч на 25, на 30. Он рассылал рекламу на HiMillion с эксклюзивным текстом, да, то есть этот текст он сам составил, да, я ему там помог, вот, составить текст рекламный, потому что от этого очень много что зависит. И, пожалуйста, 62 человека в первой линии, уже вторая линия начала работать, уже вот человек активный попался, который начинает активно приглашать. То есть все, бизнес построен, в HiMillion он уже вышел на заработки, но для того, чтобы заказать, он оплатил $60. Да, и у него вот это меню, оно стало доступным. И еще, друзья, вот как раз этот заработок, вот он у нас отражается. Да, вот эти два, сейчас сегодня спустился с рекламодателей и с работников.
запустился заработок. Мы получаем теперь, вот зайду вам в свой аккаунт, я уже получил со всех работников и рекламодателей, которые делают у нас какие-то задания, нам капает денежка. Если у нас кто-то купил кредиты рекламные, мы заработали на этом 2 цента. Еще 9 человек по 2 цента, кроме нас, заработало. Поэтому сумма вот у меня уже за час накапала 22 цента. Поэтому все супер, друзья. Просто бомбово проект. Хамелеон рулит. Это факт. И реклама, такая самая совершенная реклама, да, уже есть и будет еще много чего нового. Все самое лучшее. Скоро, кстати, запускаются у нас пиксели. Очень удобно, можно будет взять себе место на год, например, да, на год место своего рекламного какого-то объявления. Вот, и все. То есть вы здесь будете выставлять еще свою рекламу, баннеры и так далее. В общем, все супер, друзья. Всем до связи. С вами был Константин Терентьев. Всем пока.